Виктор Петрович Лепов родился 1918 года 2 февраля в деревне Лебедево, ныне Дмитровский район Московской области. После окончания школы работал токарем в Москве, одновременно занимался в аэроклубе. В 1938 году был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. С 1941 года августа на фронтах Великой Отечественной войны. К июлю 1943 года капитан гвардии Виктор Шлепов командовал эскадрильей 41-го гвардейского истребительного авиаполка, 8-й гвардейской истребительной авиадивизии, 5-го истребительного авиакорпуса 2-й воздушной военной армии Воронежской области. К тому времени он совершил 685 боевых вылетов, 160 из которых на штурмовку скопления боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие потери. Принял участие в 122 воздушных боях. При этом он сбил 5 вражеских самолетов лично и 16 в составе группы. В 1943 году за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, гвардии капитан Виктор Шлепов был удостоен почетного звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Был также награжден 3 орденами Красного Знамени и 2 орденами Красной Звезды.